Привет, я около аббатства Вестминстер, вышла в Лондон сегодня поснимать. Воскресенье, 5 июня, 11 часов утра. Вот Лондон перекрыт для последних торжеств по случаю юбилея правления королевы. Сейчас мы попробуем пройти туда, где нас пустят. Вот вы видите, военные грузовики выезжают. Они здесь охраняли. Торжества сегодня ночью был большой концерт. I'm sorry. This is security guardian from the night party. They security night party, yeah? All right. Вот я только что спросил у охраны, он подтвердил, что это военные, которые ночью охраняли концерт около Букингемского дворца. Ну, сейчас просто вот мы заходим сквозь ворота, нас сегодня пустили, аббатство Вестминстер. И просто сейчас я прогуляюсь к парламенту, сниму вам, что сегодня тут творится. Сзади меня уже стоят уборочные машины, которые будут все это убирать после празднования. Забором огорожена дорога, по которой будет проходить сегодня последний праздничный такой парад с артистами уже. Люди заняли места уже на стульчиках, вы видите. Вот мне только что сказали, что парад будет через полтора часа. Люди уже занимают первые места. Вот вы видите, носилки солдатики принесли, поставили около забора на случай, если кому-то будет плохо. Вот видите, закрывают проход. Все, сейчас начнется парад. Вот такое количество народу, я успела стать в первом ряду. Thank you.
Друзья. Давай, давай, давай.
Thank you.